Во второе воскресенье июля отмечается День Российской почты. Профессиональный праздник установлен указом президента в 1994 году. Сотрудники Люберецкого почтамта приняли поздравления от главы городского округа Владимира Ружицкого. Благодарственные письма получили начальник отделения почтовой связи, а также операторы и почтальоны. Правда, сейчас в этом почте появилась электронная. У каждого дома компьютер, в телефоне. Поэтому писем, наверное, стало меньше гораздо, да? Вот через почту. Почему? Да. Пишут еще? Да. На территории городского округа Люберцы 26 отделений Почты России. Штат сотрудников насчитывает около 400 человек. В ежедневном режиме они занимаются доставкой почты и предоставлением информационно-коммуникационных услуг.